Остап Маханьков в дзюдо уже 5 лет. Он неоднократно занимал призовые места на городских турнирах. На этих соревнованиях в первой же схватке юный спортсмен одержал безоговорочную победу. По словам дзюдоиста, спорт помогает быть ему сильным не только телом, но и духом. Чтобы быть подготовленным, если, например, будет драка на улице, чтобы быть защищенным. Первенство города-курорта – это дань памяти тем, кто освобождал Анапу от немецко-фашистских захватчиков. 75 лет назад капитан Дмитрий Калинин пал в бою, героически защищая свою родину. Те, которые боролись за ваше счастье, которые отдали свои жизни, мы о них не должны никогда забывать. Мы должны помнить, чтобы наше поколение – с поколения в поколение передавалось это все. В городском управлении спорта говорят, одна из приоритетных задач – возвращение соревнованиям статуса всероссийских. В Анапе есть свои мастера спорта и чемпионы международного уровня. Дзюдо у нас развито очень хорошо, потому что у нас действительно есть представители. Спортсмены у нас традиционно, можно сказать, именно в этом виде спорта сильные. Нужно восполнять следующие подрастающими спортсменами, чтобы и в дальнейшем мы могли держать эту позицию как в крае, так и в России. Победители отбирали по олимпийской системе. Лучшие дзюдоисты получили грамоты и медали, а также путевки на краевые и всероссийские состязания. Руслан Душевский, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.